Йоу, ребят, всем привет, с вами Максим Шубин, и сегодня у меня для вас очень крутой ролик. Я нашел эту новость вчера и решил сделать из этого видео, потому что здесь прям очень-очень крутой пак из FIFA 19. Наверное, это самый крутой пак. В общем, давайте просто посмотрим, порадуемся за тех, кто... И позавидуем, конечно же, за тех, кто смог выловить такой пак. И, наверное, это самый-самый крутой пак, который вообще возможно выловить в этой игре. И чуваку, в общем, нереально повезло. Смотрим. Так, ну что тут у нас? Что тут у нас за пак-то, интересно? Так, какой-то синяк, какой-то тотс. Да ладно, неужели? Это Криштиану Роналду, ребят! Это Криштиану Роналду, серьезно, 99-й! И самый... Чтобы вы понимали, это, пожалуй, самый лучший игрок в FIFA. Плюс, ребята, просто посмотрите здесь. Месси 99-й, Суар 98-й, Бензима 96-й, Ван Дейк 96-й, тоже машина. Я играл за него в драфте, охренительный, крутой чувак. Овак 95-й, Алисон 95-й, Кимми 95-й, Пабло Сарабия 94-й, Робертсон 94-й и Куалерелла. Так, ну на этом я, короче, нажму на паузу. Вот чуваки прям дико обрадовались, там делают фотки и все такое. Ребята, слушайте, камон. Короче, чтобы вы понимали, насколько это дорогой пак. Этот пак стоит, тут уже люди подсчитали, более 13 миллионов 100 тысяч монет. И цены эти актуальны для версии FIFA 19 и Xbox One. Один только Роналду стоит почти 7 миллионов. 7 миллионов один Роналду, ребята! Остается, конечно, только позавидовать этим, ну, чуваку, этим всем чувакам, которые вот прям в прямом эфире это все видели, все эти живые эмоции. Я как бы уже второй раз смотрю, у меня уже как бы не то. Плюс я вот прям увидел эту новость, прям, ну, понятное дело, что здесь все такое крутое должно выпасть. Такого, ребят, я еще никогда не видел. Если вы тоже такое никогда не видели и хотите, чтобы вам такой пак тоже выпал, то, ребят, ставьте как можно больше лайков, друзьям рассказывайте, колокольчик нажимайте, прям, ребят, максимально распространяйте этот ролик, чтобы другие люди тоже увидели, что, оказывается, кому-то может повезти. Но, скорее всего, это будешь не ты, потому что... Ребят, серьезно, это единственный чувак, которому настолько повезло. Конечно, есть там и другие счастливчики, которым, возможно, там и немножко подкручивает и так далее. Не будем говорить о ком, да? Ну, возможно, вы их знаете, но тем не менее. Также здесь еще в статье написано, чтобы купить столько монет легальным способом, понадобится сыграть какое-то немыслимое количество матчей и приобрести 82 набора по 12 тысяч FIFA Point. В магазине Microsoft такая закупка обойдется примерно 8200 долларов, то есть 517 тысяч рублей. Кар, 517 тысяч рублей. 517 тысяч рублей, ребят, серьезно, я столько за год не зарабатываю. Даже за два года, наверное, столько не зарабатываю. А здесь чуваку прям с одного пака все выпало, ребят, с одного пака. Это невероятно, ребят, это невероятно, это заслуживает лайка, подписки, с вами был Макс Шубин. Вам желаю удачи, таких же крутых паков. Ребят, если вы хотите, чтобы был контент по FIFA на этом канале, то пишите в комментариях, чувак, сделай какие-нибудь ролики по FIFA. Также меня просили, когда я делал стримы по FIFA, чтобы я сделал такую рубрику, типа как играю я за тренера, ну и какую-нибудь команду поднимаю, так сказать, снизу. То есть карьера, карьера FIFA. Почему бы нет, ребят, я сейчас к этому, в принципе, готов. Также коп-сезон, еще прикольный режим. Так что, ребят, пишите в комментарии, что вы хотите. Будем делать, если у вас есть интерес к этому. С вами был Макс Шубин. Всем удачи, всем пока.